Камфорный грусть встретить можно в хвойных и смешанных, лиственных лесах, расположенных в умеренной зоне Евразии и Северной Америки, плодоносит с середины лета по начало осени с июля до конца сентября, произрастает обычно большими группами, реже парно или поодиночке. Предпочитают рыхлые и кислотные почвы, часто растут возле гниющих упавших деревьев и на земле с мшистой поверхностью. Млечник камфорный с возрастом накапливает большое количество токсинов, поэтому собирать для употребления в пищу лучше молодые экземпляры. Камфорный грусть относится к ряду съедобных, но из-за характерного запаха он считается низкого качества, вкус сладковатый, ближе к пресному, особой пищевой ценности не имеет, так как требует предварительного длительного отваривания. Молодые грузди камфорные подходят для засолки и приготовления приправы. Собирайте только те грибы, в которых вы на 100% уверены.